Смотрите, иди какие сюда. Красавцы. Принеси мне хлебушек, пожалуйста. На, ты ешь сколько ты хочешь. Давай. Пока он еще здесь. Ну, будешь брать? Ой. Ой, какой ты. Какой ты злой. Ну на. Иди сюда, маленький. Иди сюда, маленький. Опачки. Смотри, какие лебеди красивые. Ой, какие красивые. Всем привет. Вы на моем канале «Папа и сын». Мы приехали на озеро Бебербеке кормить лебедей. А кто ты говоришь то же самое? Потому что у нас оборвалось видео. Мы снимаем. Мы снимаем заново. Поэтому мне пришлось сказать то же самое. Понял? Да. Сын, красивый. Сын, думаешь, это? Да, вот видишь? Думаешь, это сын? Да. Наверное. Опа! Ой, чего ты так злишься? Смотри, как он злится. Иди сюда, лебедикс. Лебедикса. Лебедикса, лебедишка. Лебедишка, да. Красивый лебедишка. Да. Такой, такой милый. Ну-ка, дай мне еще кусочек хлеба. На. Что-то ты мне не очень большой кусочек дал. Пожадничал, да? Нет, у меня тоже такой маленький. Тоже такой же самый маленький. Вот, видишь? А, у нас еще в кулечке есть? Ну да, видишь? Беленький. Да. Смотрите, какие красивые лебеди. Никогда в жизни так близко с лебедем не стоял. Дай мне еще кусочек хлеба. Нам сегодня повезло, да? Да. Сегодня нам повезло очень. О, мама и папа. Это. Такая семейка дружная. Ага. Еще папочка. Этот тоже сегодня второй вышел, да? В прошлый раз, когда мы приезжали, он боялся выходить. Смотри, теперь они уже нас знают. Чего ты? И этого маленького. Уточка. Уточка. Ну, а ты дашь тебя погладить? Ух ты! Какой ты серьезный дядька. Да? Я за того, кормлю. Кого? Сына. Серьезный дядька, да? Ну да, серьезный. Ага. Шутки плохи. Шутки плохи. Да, шутки плохи с ним. Шутки. Это уже не шутки. Вот бы еще его погладить, было вообще клево, да? Если бы погладить еще, было вообще клево. А если еще второго лебедя и уточки, то вообще было. Из этого упал. Классно. Когда вблизи, ой. Ой, когда вблизи видишь такое чудо природы, это, конечно, большого стоит. Это красота, красота неописуемая. Да, какая-то неописуемая. Да. Вот сколько куча хлебушек.
Куча, ну пусть кушает. Куча. Да. Пусть кушает. Дашь мне? Да. Это ты мне маленький дал. Ну, ты пойдешь сюда ко мне, дружище? Дружище, ты пойдешь ко мне? А, красавица наш. Красавец. Эй, красавчик! Мой красавец! Мой красавец! Красавец! А такой хлеб меня возьмешь? О, привет! Иди. Как звать тебя, лебедь? Красивый ты, да? Иди сюда, сын. Очень красивый. Папа, позови с тобой меня ко мне вот сюда на берег. Ну а как я позову? Я не знаю, он ты не захочет, он не пойдет. Дашь мне. Ну вот, давай, закармливай. Закармливай. Да. Иди сюда, лебедь! Классно, да? Смотрите, какой красивый большой лебедь. Да, и маленький. Да. И маленький. Дашь мне? На. Да? Ну бери целый кусок. А тебе тогда что? А я все. Какой красивый. Какой красивый ты, дружище. Ой, ну не ругайся. Мы же хотим подружиться с тобой. Да? Лебедь. Больно ты красивый. Вон, вон. Ой, уточки там. Да. Ну что, друзья, если понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Лебедь! Лебедь! Нажимайте на колокольчик, чтобы видеть другие еще более интересные видео. Будем стараться для вас что-нибудь снимать. Уже хлебушек у нас кончается. Эй! Дашь мне. Ну все, у меня больше хлеба нету. Ты был прав, что надо было две буханки брать. Но у них еще тут вон много. Ко мне. Не пойдет он, начальник. Ну, пожалуйста, позови. Лебедь. Лебедь, иди сюда. Какой ты красивый. Ой, что ты так злишься? Я тоже не хочу злись. Воду. Ну, не злись.